Митинг в память о ликвидаторах Чернобыльской катастрофы прошел в Люберцах. У часовни Всех Святых на Октябрьском проспекте провели литию по погибшим и возложили цветы. На митинге, помимо жителей и представителей власти, присутствовали и очевидцы катастрофы. Напомню, всего в Люберецком округе проживают около 300 ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В Люберцах на митинге собрались не только ликвидаторы последствий той катастрофы, но и молодежь. Школьники, юнармейцы, а также многочисленные жители. Глава округа в этот день выразил слова благодарности всем, кто причастен к событиям тех лет. Сегодня я хотел бы сказать слова благодарности всем, кто принимал участие в ликвидации вот этой аварии в Чернобыле. У нас таких людей из Люберецкого района в те годы, по-моему, было 267 человек. Сегодня у нас есть актив, совет чернобыльцев, который Иван Григорьевич возглавляет. Это более 360 человек. Несмотря на проливной дождь, в этот день у часовни Всех Святых собрались десятки жителей. Там священнослужители провели литию по погибшим. Далее митинг продолжился у памятника, посвященному участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Он был установлен в прошлом году представителями Люберецкой общественной организации «Союз Чернобыль». Свидетели тех событий вспоминают то время с горечью. Некоторые из них были еще мальчишками. Сергея Соловьева, например, тогда только призвали на службу в армию. 7 суток мы там жили, не выезжая. Спали там в подвале, так называемом бункере. Охлаждали реактор азотом круглосуточно. Было нас 6 солдат, 2 прапорщика и капитан Полянский. После 7 суток, проведенных на месте аварии, Сергея Соловьева со служивцами отправили в госпиталь, где на протяжении месяца лечили от лучевой болезни. Напомню, от событий 1986 года, когда ядерный взрыв уничтожил не только электростанцию, но и наложил свой отпечаток на жизни и судьбы многих людей, нас разделяют всего лишь 32 года. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.